Всех приветствую на канале Фалеристика СССР. Подписывайтесь на канал, пишите комментарий. Вышла новая монета НБУ в 2023 году. Це Василь Крищевский. Дві гривні 2023 года. Тираж монеты 30 тысяч штук. Дата выхода 24 января 2023 года. Банковская цена ее 81 гривня. В перекупщиков я ее купил за 150 гривен. То есть такие цены уже. Посмотрим, что будет в этом году. Как думаете? Какие цены на монеты? Какие монеты будут выпускаться? Ну так, в принципе. 150 гривен вроде бы как и адекватная цена. За такую обычную монету можно отдать. Посмотрим сегодня. Еще в этом году. Сейчас соберем полную подборку. Монет НБУ. Кажется, мне кажется, многие. Хотя и цены разные. Сначала это по выходу монеты поднимались. Потом некоторые опускались. Это только ждать надо. Ну тоже, когда хочешь там монету положить в альбом. Ждать там полгода. За эти полгода еще повыходит. То есть в итоге я 2022 год в эту субботу ездил, добирал, чтобы закрыть, то одну еще не взял, потому что цена там 550 гривен за монету. Еще не знаю. Может, где-то попадется дешевле, возьму. Ну, а так не буду брать ее пока. Не вижу в ней никакого там смысла. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.